тебя отвлекать. Можешь убить меня! Но всех нас не прибьешь! Мы капли в море! Никогда не будем вымахнуть! Thank you.
Тактический третий агент. Это задание было не из легких. Да, малыш, тебе удалось сломать им хребет. Без мамочки зэки разбегутся. Ха, думаю, с ними будет еще немало хлопот. Но мы хотя бы спасли бойцов ОТГ. Да уж, у меня каждый человек на счету. Мы просто не можем позволить себе терять людей. Я в долгу перед тобой, агент. Отличная работа. Внимание! Обнаружен противник. Ты почти на месте. Мачта связи, которая тебе нужна, находится на крыше. Она огромная, ни с чем не спутаешь. И поищи, нет ли там техники ПТГ. Где один, там небось и другой.
будто сейчас надерут задницу. Эй, народ! К нам легавые пожаловали! Мусора в форме! Все, кто это слышит, те, кто видит ракеты, бегом на крышу! За что? Так, что там зажглось? Похоже на антенну. Проверим силу сигнала. Похоже, кто-то из инженеров триангуляцию проводит. Это перебор, но такой перфекционизм даже к лучшему. Противник. Ну все, подставляй задницу. Все наши сюда идут, все отымеем тебя. Чё, тебя весело? Сейчас еще народ подойдет.
Так, что там зажглось? Похоже на антенну. Проверим силу сигнала. Похоже, кто-то из инженеров триангуляцию проводит. Это перебор, но такой перфекционизм даже к лучшему. Спасибо, спасибо. Что, остальные все погибли? Рис, это Пол Ротс. Нам нужно починить эту антенну, и ты только что вызвался добровольцем. Понял меня? Да понял, но это же нелюди какие-то, они убьют нас! Джон, сделай глубокий вдох и вспомни, что ты мужик. Как вспомнишь, доделай свою работу, черт побери! Ладно. Так, чтобы меня не подстрелили. Пожалуйста. Внимание! Противник! Thank you.
осталось немножко. Внимание! Противник! Я поступил с тобой по-свински, это да. Но все уже позади. Включение есть, связь работает. Противников в твоем квадрате нет, и мы высылаем за тобой отряд. Ты как, живой? Так, что там зажглось? Похоже на антенну. Проверим силу сигнала. Похоже, кто-то из инженеров триангуляцию проводит. Это перебор, но такой перфекционизм даже к лучшему. Давай, давай. Поблизости обнаружена эхозапись. Thank you.
Че нам, торчать на морозе, пока ты все себе загробастаешь? Ах, чертова холодрыга. Заткнитесь и следите за переулком. Фэй, это Хезер. Слава богу. Я так за тебя волновалась. Где ты? Ты в порядке? Я забыла рацию в квартире. Но все нормально. Правда, пришлось разбить гитару о башку одного урода. Пришлось что? Нет, ладно. Слушай, Хезер. Я вышлю за тобой людей, и они отвезут тебя к нам. Оставайся на месте, не вздумай никуда уходить. Оперативно вы работаете. Ну что, пойдем отсюда? Скажу честно, агент. Я тебе признательна. Очень признательна. Я вышлю за ней патруль, но... Прямо скажем, я перед тобой в долгу. В большом долгу. Я не знаю, как тебя благодарить. Ладно, я буду на связи. О, слава богу, тебе удалось их найти. Они мне так нужны, то есть нам нужны. Срочно. Большое спасибо. ОТГ, срочно! Всем оперативникам! Чистильщики держат заложников в участке на 26-й Западной. Требуется любая возможная помощь. Внимание! Обнаружен противник!
если ключи где-то рядом. Спасибо за помощь. Иначе их наверняка бы сожгли. Наконец-то! Путь, мы порадуем тебя подарком. Только учти, что у меня уже есть другие кандидаты на тот случай, если ты погибнешь. Но это же логично, а? Говорят, никто не знает, что было на найденной тобой видеозаписи. Надеюсь, скоро увидимся. Агент, то, что тебе до сих пор удается избегать смертельных ранений и гибели от зубов одичавших собак, говорит о твоей компетентности и, пожалуй, везучести. Так или иначе, ты молодец. Агент, тебя нельзя не похвалить. Вспоминаются мои собственные подвиги. Я всегда вживаюсь в роль, так что я без тени сомнения могу разделить с тобой это чувство успеха. Мы потрудились на славу. Откуда она взялась? Может, все дело в этих долбанутых. У меня все только лучше. Из поколения нулевых, которые оберегали своих детишек от зловредных прививок против кори. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.